Друзья, я сейчас нахожусь на точке раздачи. Вторая уже точка раздачи. Поселка Пастуховка города Макеевки. Он тоже когда-то подвергался обстрелам. И вот сотни людей пришло сегодня получить нашу кашу и хлеб. Вот, вы можете видеть, это отрубные наши хлебцы. Волонтер Виталий раздает. Он служит у нас и водителем, и раздатчиком. Вам кашка нравится, хлебушек? Да, конечно. Класс? Ага. Хорошо, сейчас мы подойдем к нашим волонтерам, раздатчикам. Я попробую показать вам сам процесс. Сегодня у нас гречка с овощами. Вам кашка нравится с хлебушком? Да. Вот сейчас раздачу снимаю. Сколько людей пришло. Я там написал. Спасибо большое. Мы с радостью приезжаем и будем дальше поддерживать людей в эту трудную минуту.